have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами еще вот сюда сейчас сходим. Да? Это уже другой биом опять же начинается. Тут опять эти ножницы летают. Может, я тут найду какое-то... Сохранение, не сохранение. Все это идет в забытые руины, а забытые руины-то у нас... Да, вон вход в зелень. Вот тут, вот тут, вот тут. Но тут у нас нигде глушилок нету, получается. Давайте я продвинусь, сколько смогу. Ножницы. Ножницы, кстати, опасные. И видите, какие они быстрые? Вот апдейт, не апдейт, а апгрейд на то, чтобы мечом махать быстрее. Вот здесь он, по-моему... критически необходим. Какие-то споры. Сюда я пройти не могу. Хотя логично. Возможно, у меня появится какой-то более мощный то ли взрыв, то ли что-то еще. О, блин. Я реально их не заметил. Появится какая-то обилка справляться с более мощными стенами. Погодите, ну вот туда же, это же не так просто. Иначе зачем бы все это? Ну хорошо, хорошо, это было довольно прозрачно. Так. Ну пойдем посмотрим. А это у нас еще и темная часть руин. А, это я попал в то место. Только другим путем? Серьезно? То есть вот тут меня не пустили, а там я пройти могу. Я вообще думал сегодня в огненную часть идти, а они такие, не, чувак, на, держи. А вот и вот это... Вот этот второй кусочек, куда я не мог пройти. То есть все это просто обходится и опа. Ну, как минимум, немножко странно. Хотя вот я туда не... внизу... А я внизу был... Видите, да, там у меня вопросик появился, что я не могу туда пройти. То есть, по сути, мне все-таки должно что-то попасться, что поможет мне разбивать такие сильные препятствия. И также мне должно попасться что-то, что будет помогать мне в воздухе преодолевать большие дистанции. Какой-нибудь воздушный подкат, ну, я не знаю, или тройной прыжок. Исследовательская лаборатория. Здравствуйте. Я вообще-то не собирался. Мне, в принципе, норм было. Ой, привет, чувак. Это здесь все началось. Разлад, который привел к коллапсу Аркадии, к разрушению. Creators, то есть создатели, тут с большой буквы, это как люди, наверное. Хотя нет, нет, не люди, потому что они были построены и запрограммированы нашими предшественниками. То есть по своей природе они также им передали свои несовершенства. Ну, как бы занимательно, не так ли? Такие эмоции, как грусть, злость, страх... И простые человеческие алгоритмы были все равно при нас. Ты мог бы сказать, что они получили то, чего заслужили, однако это не изменяет факта, что они нам нужны сейчас. Когда мы откроем Mainframe Vault, дверь в Mainframe, я уверен,
Ты будешь тем, кто принесет баланс в этот мир. Ты знаешь, это очень любопытно, то, что мы встретились здесь. После, в конце концов, это первое место, которое я увидел после того, как проснулся. Я задействовал множество количества симуляций, но мое существование никак не подходит ни под одну из вариан, ни под один из вариантов. Это не случайно то, что я проснулся. Ага. То есть я не могу вспомнить того момента до проклятия. То есть ржавчина и разложение были тут все мое существование. Каким-то образом меня тянет к этому вирусу. И меня тянет к тебе. Это немножечко такие параллели. Тебе нужно искать оставшихся создателей, чтобы мы могли восстановить баланс. Да. А вот... А зачем вот этот момент? Чтобы я не прошел мимо него, да, я понимаю, но вы могли этот проход в принципе вообще не делать. Если он здесь существует, значит вот эта штука когда-то будет работать. Блин, ребят, я не туда, куда-то иду, не надо. Вы чё, я не собирался. Ну, ладно, пойдем. Раз уж я здесь очутился, пойдем. Каждую серию я думаю, вот я тут сейчас закончу, закруглюсь и пойду туда. И фиг. Кстати, смотрите, тут какие-то знаки, не знаки. Что занимательно, эта игра постоянно создает впечатление. Вот я сейчас еще немножечко пройду и закончу. Вот еще капельку пройду и... Стоп, что? Дверь только что закрылась? Выпустить? Вы ч... Ну, второй раз меня запирают. Ой. Проект возрождения, запись, я вижу это в своих снах, семечко. Человечество заслуживает второй шанс, но под наблюдением и контролем. Хорошо. О, еще какая-то обилка. Что это? Что это? Space Disruptor. Телепортация! Вот, видите? Дэш в прыжке не работал, а телепортация в прыжке работает. Вот вам и все. Проект возрождения, запись. Ошибки непростительные. Только через ошибки можем получить успех и постичь новый путь. Вот я же говорил, мы должны получить или какой-то воздушный дэш, или... Да. А, туда не срабатывает. Прикиньте, сколько теперь вариантов откроется для... Да-да-да-да-да, теперь оно работает. Угу, значит, я был прав. Ну, иначе для чего оно было все? А вот это? Я тебя понял. У нас не будет варианта разбивать стены. У нас будет вариант через них телепортироваться. Вот как-то вот так вот. На. Так, жидкий охладитель. Это мы пополнили себе. Видите, он должен, наверное, до верха набраться, что ли. Посмотрим. Теперь каждую стенку пробовать надо. Вы чё? Хорошо, хоть оно... А, и вот нам сразу дали жидкий охладитель, чтобы мы не так сильно перегревались, используя эти умения. Хорошо, я понял, я понял. Тогда нам... Позвольте, ну тогда нам сюда. Я считаю, что я смогу там пройти. Давайте я попробую. А вдруг...
Дружище, смотри, как я сейчас могу, смотри. Какой трюк классный у меня есть. А ты так не умеешь. Ну-ка. Видали? Да, я только что пропустил 30 болтов, но... Но все же... Ну так теперь все стало легко. Ржавый ключ. Ну так теперь-то все стало легко. Ну вы че? Секретик вот тут у нас. А этой длины... Ты че? А этой длины телепортации мне хватит? Кстати, вот теперь задаем реальные вопросы. Какова длина этого телепортирующего момента? Не очень большая. Погодите. То есть для таких вот узких моментов, возможно, оно не годится. Погоди. Я попробую еще раз. То есть оно прокидывает, но прокидывает на небольшое расстояние. Да, видите, я не успеваю. Хорошо, оно, видимо, рассчитано на то, чтобы я не пролетел сейчас. Возможно, будет какой-то апгрейд для пролета еще. Но, опять же, что, игра же не заканчивается. Внизу обилку мы получили. Я теперь могу вниз вот сюда пройти, в забытые руины. А пойдемте. А пойдемте. Как мне туда проникнуть? Мне проще через верх. Просто безопасней. Заодно сохранюсь. Давайте я денежку положу, потому что уже что-то накопилось. Я не рассчитывал, что... 2000. Я уже такой поднастроился на босс-файт, все дела, а... Ты, чувак, тебя теперь дожить, но вообще ты стал никчемным настолько. Так, сохраняемся. И... Ну, можем туда, можем... Давайте тогда вниз попробуем. Там остался этот кусочек. Я не знаю, если это будет просто секретка или проход куда-то новый. Просто посмотреть, потому что... До свидания. Сюда? Сюда. Поехали. Чпоньк. А, ножницы. Да хорош, два раза коснул меня, ты прикинь. Какая гадость. Блин, а можно было бы как-то быструю починку взять? Вот, это было бы реально круто. Чтобы чиниться быстро. Да, видите? Ух. Прям красиво. И мы... А, вот, да. Забытые руины. Блин, у вас жизни нельзя столько жить. Какое-то дерево ходило себе, я его взял, убил. Отбивался сколько мог, и все равно цапнули. А что тут у вас?
за место такое? Странные. Реально странные. Можно пойти туда, можно пойти сюда. В принципе, никто не ограничивает. Пойдемте. А в ту сторону мы... Я лучше пойду в другую, потому что в ту сторону у нас вроде как будет глушилка. Вон чип вижу. Ага. А с той стороны? Давайте я попробую, может я смогу пройти туда. Там лежит чип, но там вот эта вот штука, которую я не смогу пропрыгать, по крайней мере, здесь. Ни за что эти цветочки просто ломаю. Вот, здесь я могу пропрыгать, а с другой стороны не могу. Space Disturbance. Это здесь у нас. А, серьезно, позволяет наносить урон, когда ты проносишься через врага. Ой, а вот это... Это интересная вещь. Надо будет подумать, может быть, у меня получится... Блин, я бы себе третий красный слот прикупил, было бы прям шикарно. Ой, привет, чувак. Я вижу, нашел забытые руины Аркадии. Мне заняло некоторое время, чтобы отыскать это место. Похоже, есть только два пути входа и выхода. Это место такое же, как я видел раньше, не сделано из металла и стали. Но скорее из мягкой ткани. Я слышал истории о мире предков, но никогда не представлял, что он будет таким живым. Кстати, по пути сюда чувак по имени Пиньон дал мне эти маркеры. Честно, я не нашел для них достаточно хорошего применения. Но, может быть, у тебя получится. Наконец-то! Теперь я смогу увидеть, где находится мой банк. Я мог сюда и так попасть, кстати. 120. Ну, давайте я сложу. 2, 2, 3, 3. Красивая, ровная сумма. Клетка ДНК. Ничего больше, чем программно задизайненная, чтобы сохранить сама себя. То есть это все живет в машинах и запрограммировано. Окей. Видно было, что стена плохая. Вы офигели такие пропрыги давать? Хорошо, это то место, куда бы я попал, если бы прошел с этой стороны. Хорошо, что я пошел сначала туда. Это дало мне сохраняшку, это дало мне банк. Вот этот проход. Пока что самый опасный здесь ножницы, насколько мне кажется. Шарики просто висят. Ну, они мешают пропрыгивать, да. Ах ты ж! Зацепился. Так, то, что наверху. Давайте я еще, наверное...
Сколько ж тут путей куда... Ой, вокзал, чтоб тебя, наконец-то! Я очень ждал эту вещь. Фух, пойдем скупимся. Ну, сейчас я могу практически все покупать. Так, во-первых, вот это. Вот это. Вот это. Вот это все. Все продано. Ачивка и что-то там улучшенное тоже ачивка. Она даже теперь в магазин не пускает. Давайте я схожу. Возможно, мне получится... Вот. Новое лицо. Вот! Фрагменты, наконец! Вот где это. Я забыл, что это у этого чувака делается. Да. Да, пожалуйста. У меня сейчас хватит даже на два кругляша, потому что я только что выкупил все. Капсульный фрагмент, ачивочка приехала. Еще один, пожалуйста. Да. Вот как новенький. А за эту ачивку не дали. Так, секундочку, инвентарь. У меня два ржавых ключа, один специфический ключ, один... Кстати, человеческий череп. О, я про него забыл. И смотрите, у меня не хватает чего-то одного... То есть у меня есть Jump Booster, Space Disruptor. Чего-то одного мне не хватает. Да, значит, одна... Visit Resting. Отлично. Мне бы тогда, получается, найти еще... Так, с этой стороны выйти не могу. Пока что вроде... Не могу. И вокзал у меня находится вот здесь. Я его не вижу, поскольку у меня там не открыта территория. О, красота. Это мне нужно будет открывать ее как-то со стороны. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Здрасте. Повылазили. Ну, блин, сейчас вдруг на 50% больше хпшки стало, конечно, приятно. Чуть телепортироваться могем. Или даже могим. Я куда-то взбираюсь. Ладно, ладно, ладно. Все места посетим в конце концов. Серьезно, везде хочется попасть. Оно очень все интересно. А что тут, а что там? Игрушка офигенно спроектирована с точки зрения геймдизайна. Она офигенная. Я ничего не могу сказать. Так, это вот тут. Угу, понял. Могу ли я это забрать? А это не то ли место, где я уже был, или оно просто похоже? Деньги я заберу. Хорошо, пока что сюда. У нас вот тут еще, кстати, босс недобитый находится. Мы обязательно к нему вернемся. Мы боссов пропускать не будем. И все равно ж клюнул. Вот же... Тварь. Я тут никак не могу проверить. Ладно, поехали обратно. А фиг ли вы заспавнились-то? Я же вроде далеко не уходил. Вот это я немножечко не всегда понимаю, как тут проходит...
А, да? Вот как я могу сюда попасть. Я же в воздухе. По-моему, лишнего перепрыгнул. Куда тут можно? Вот сюда можно сходить. Что ты, блин, такое? Блин, это версия с мусорником, только быстрее. Газонокосилка. Нет, ну шикарно стало. Давайте еще в самом-самом низу посмотрим, что там происходит. Вот здесь, да, это здесь. А! Такое ощущение, что там можно пропрыгать, пройти, погодите. И это опять у нас тут же за картой. И ведет нас. О-о-о-о-о-о-о-о. Их можно по колбочкам определить, кстати. Гидропоники. Использовать ржавый ключ. Это босс! Чтоб тебя! Я не был к этому готов. А, вот что меня бьет. Нет! Но чуваку уже явно поплохело. Так, я понял, что я сейчас беру. Это, кстати, совсем недалеко здесь находится. Так, 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 так. Вот это берем. На вот это, на автопочиночку. Деньги. Деньги я тут никуда не сдам, но, блин, мне их уже и тратить-то особо. Ну, хотя, опять же, сейчас они возьмут, обновят ассортимент, и мне опять будет куда тратиться. Чувак, не сложно, особенно с теми умениями, которые у меня есть. Больно. Это явно рассчитано на то, чтобы я пропрыгивал. Все, не все. Или вторая фаза. Нет, все, вот смотрите, он мне сколько, два раза ударил, и то авторепером мне все сейчас выровняется. Та, чертова газонокосилка, успокойся. Ты дерево. Зеленый чипсокер. Как мне его не хватало-то. О, я смог сюда взобраться. Не знаю зачем. Я даже не уверен, что тут что-то есть. Мне бы карту сюда, серьезно. Так, ну, во-первых, деньги.
Да, вот тут можно узнать. Пассажи времени как поэма, повторяемая заново, снова и снова. Только стихи, строчки меняются каждый раз. Так, ой, сохраняшка, отлично. Значит, во-первых, так. Во-вторых, еще один зеленый, наконец-то. Это, во-первых, Map Sweeper. И теперь у меня второй пиар и Map Sweeper будут постоянно находиться вместе. Это что-то очень интересное. Была бы у меня еще обилка телепортироваться между починочными станциями. Это был бы вообще просто космос. Очень хотелось бы. Знаю, многого хочу. Но все-таки хочется же. Вон! Вон глушилка. Все-все-все, поехали. Да, чтоб тебя. О, привет, дружище. О, нет. Я надеялся, что никто меня здесь не побеспокоит. Я упал с обрыва, ну, с края скалы и поломал свою ногу. Там это достаточно большая дистанция. Не хотелось бы просить, честно, но не мог бы такой добрый робот, как ты, одолжить мне несколько запасных деталек? 6, да, конечно, дружище, держи. Спасибо, ты очень добр. Теперь я, наверное, смогу починиться. Так, вот это вот. Я немножечко считырю. Я не знаю, как сюда честно заходить. Проект перерождения. Фосфор. Это критически очень важный ингредиент для биологической жизни. Может быть сделан путем ударения электричества о воду с большой силой. Двойственность между машинами и природой. Электричество соединяется с водой. Электричество соединено с водой. Абсолютно смертельно для машин, но делает важный компонент для жизни биологического существа. Вот это все, да, давайте, вот это все. О, хорошо. Значит, дерево. Первое дерево. Тут мы прошли, тут прошли. Тут мы соединяемся с водой. Это все было. Вот там наверх можно пройти. Давайте я схожу, гляну. А как сюда по-честному? А, сюда по-честному и нельзя было пройти. Очень хитро. Ну, я имею в виду по-честному, без телепортации. Игра такая, ну-ну, чувак, на, держи. Я задним болтиком сюда полез. Тут, получается, мы были в этой части. Я просто дальше не захотел идти, потому что не было карты. А нужно было чуть-чуть пройти еще совсем. Вот сюда можно заглянуть. У нас теперь столько опций, как пройти так, так, так. И я начинаю потихонечку путаться. Там еще одна газонокосилка. Да чтоб тебя! Я тебя даже не видел.
Вот видите, все, сразу автопочиночка поехала. А... Ах ты ж! Успокойся. Две газонокосилки. Шар. О, чувак вылез неожиданно очень. Что это за места такие? А я сюда уже приходил, это я уже дербанил, все понял. Получается, вон туда. Да, вот сюда. Чё? Как это... Ой, привет, дружечка, это бумажка тут. Добро пожаловать в магазин. Как я могу тебе помочь? Ой, я забыл, я не работаю больше в магазине. Блин, это была надежда, что тут есть второй магазин. Привет, я Лун, поэт. Я устал от занятой жизни сверху и переселился вниз, где гораздо более мирно. Поэзия — это удовольствие, боль и... Wonder — это... Ну, как бы... Блин, как это слово? Странствие. Заставляет меня смеяться, плакать. Да-да-да-да-да. Я написал несколько поэм своими руками. Хочешь послушать одну? Да, я не против. Купить за 50? Да, хочу. Ну, на самом деле. А еще... Еще одну поэму? Да, давай. Бледная Мона восстает. Золотые листья падают, как перья, пока она выдыхает последние вздохи. Миночка, это какие-то подсказки на что-то, что-то где-то искать на карте? Или я просто сейчас отдаю по полтосу? Эхо прошлого... Лежит под землей, ожидает, чтобы его увидели. Давайте, я не против. Мне интересно, сколько у него поэм можно услышать. Можно даже потратить еще немножко. Ладно, по крайней мере, он у нас отобразился как NPC, с этим все нормально. А зеленую зону мы зачистили полностью. Полностью. Темную зону мы зачистили почти полностью, кроме вот этого маленького знака вопроса, куда я не могу пока что попасть. А куда я хотел бы и мог бы сходить? Я бы, наверное, тогда пошел бы, открыл бы вот эту часть. Смотрите. Да, я думаю, что это было бы оптимально. Все-таки сходить в огненную зону и открыть вот эту часть. Я думаю, что даже, наверное, можно будет в следующий раз начать вот отсюда. С босса внизу попробовать его еще раз. И потом просто пойти сюда прямо и попробовать здесь походить и найти... Как бы это все открыть? Я сейчас смотрю, как туда попасть проще всего. Попасть туда проще всего вроде как через вокзал. И потом через водяной туннель сюда. Давайте тогда на этом заканчивать. В следующий раз пойдем попробуем зачистить вот эту территорию. Это даст нам огромнейшую открытую полностью нижнюю локацию, в которой, по-моему, больше ничего нет. Опять же, дерево мы не исследовали до конца, но мы знаем, что оно там.
А потом, вот после зачистки вот этой территории, у нас останутся уже верхние уровни, по которым тут еще бегать и бегать. Тут еще прилично. Все, ребятушки, тогда спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда. Так, ребят, еще буквально полминутки дополнения. Я забыл вот в этот карманчик заглянуть. Давайте глянем, пока просто мы здесь. Явно тут что-то... Чувак слушает музыку. Давайте поговорим с ним. Извини, малыш, ты не видел старую серую кассетную пленку на своем пути сюда? Мне кажется, я потерял сюда. Нет? Жаль. Это была моя любимая пленка. Извини, где же мои манеры? Я Мелоди. Я жил в бункере перед тем, как переехал сюда. Не мог больше переносить этих доставучих дронов. Так, если об этом подумать, мне повезло, что я встретил Расти. Иначе я бы не знал, что это место существует. Знаешь что? Я думаю, что я оставил кассету где-то в бункере. Ладно, сейчас уже слишком поздно возвращаться. Так, бункер. Руины, лаборатория, waste burner, дерево. А где бункер? Water ducts. Ладно, возможно, это здесь. Все, ребят, теперь точно. Удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.